Еще один ремонт, в этот раз это шкив стартера триммера, то есть зуб износился полностью, и в принципе все это можно изготовить, ну конкретно зуб отфрезеровать, но из-за некоторых особенностей делать это придется из двух частей, то есть сам шкив и центральная часть. Соединяться будут левой резьбой, локтайт, резьба будет 25, шаг 1,75, то есть в принципе такой шаг, что и не полтора, и не два. И сейчас я как раз начал заниматься шкивом. На первом этапе я обрабатываю эту сторону, отрезаю, переворачиваю, размер торец выдерживаю и нарезаю внутреннюю левую резьбу. Потом уже буду заниматься ступичной частью, на которой впоследствии будет отфрезерован вот этот зуб. Ну все, шкив готов. Сейчас я по этой резьбе изготовлю уже саму втулку, на которой будет нарезан зуб. А втулка будет из бронзы. Зуб нарежется отдельно, потом все это скрутится, стянется, посадится на локтайт, и уже в чистовой я расточу отверстие.
внутренняя часть, сверлю отверстие с припуском, чтобы потом в сборе уже расточить чистовую. Досверлю потом, потому что заготовки только-только. Ну вот. Канавку для выхода инструмента. В сборе еще все поправлю. В принципе, все нормально будет. Ну и в принципе все, но это моя работа пока завершена. Единственное, что мне нужно будет сделать, оправочку для фрезеровщика, чтобы фрезеровать зубья эти. И все, жду, когда он свою работу выполнит. Это потом опять ко мне вернется. Собираем, садим на лактайт и чистовую обработку уже в сборе.